Всем привет! У меня уже есть что положить под елку. Это долгожданная посылка от LightMF. И в ней у меня вот такая вот упаковка с обувью Calabro Bajak. Немножко предыстории. Был бренд Calabro, был бренд UGG. Я думаю, всем известна обувь UGG, их UGG. И очень завышенная цена на них в России. Так вот, UGG выкупили Calabro, и теперь Calabro Bajak. Это как бы такая мини-копия UGG, только чуть более дешевая. Я себе взяла вот такие вот зимние сапоги. Как раз сейчас у нас настали холода, они очень вовремя пришли. Лого на заднике, на пяточке. Это все полностью натуральная замша. Внутри искусственный мех. Это единственное отличие от бренда UGG. То есть у UGG и внутри мех натуральный, и снаружи натуральная замша. Ну, собственно, именно поэтому ценник чуть ниже. Если UGG начинаются от $110 и выше, то эти ботинки на акции с 6PM я заказала всего за $54, плюс применила к ним еще купон минус $10, то есть получается они стоили где-то $64. В общем, вот такие классные ботинки, конечно же, я их уже померила, мне все подошло по размеру, очень удобные и мягкие внутри, надеюсь, буду носить их не один сезон. Спасибо большое LightMF за то, что успели доставить до Нового года очень долгожданную посылку. И, конечно же, жду от вас посылку с носочками. Ботинки-носочки будут вообще очень круто все вместе смотреться.